Качество продовольствия волнует все больше процент покупателей в магазинах. К сожалению, даже проверенные торговые сети не могут дать 100% гарантию. Выход один – готовить самим. Причем это может быть не только домашний хлеб, но даже элитные напитки и деликатесы. Уже давно иметь дома самогонный аппарат не является правонарушением. Более того, для истинных ценителей домашних напитков процесс приготовления – это увлекательное хобби, которым нередко занимаются весьма состоятельные люди. А для дачников – это прекрасная возможность переработать избыток урожая яблок и слив. Более того, теперь можно даже на кухне в обычной многоэтажке изготавливать качественные виски, ром, вино или пиво. Для этого надо всего лишь посетить магазины сети «Колба», которые есть и в Твери. В них продается все необходимое оборудование и ингредиенты для самогоноварения, виноделия, пивоварения, а также домашней кулинарии. Весь ассортимент самого высокого качества. Все товары, в частности и самогонные аппараты, это фабричное производство с применением современных технологий, например, лазерная сварка. И, соответственно, имеют сертификаты безопасности и гарантия качества. И это абсолютно легально для личного использования и употребления в домашних условиях. Самогонные аппараты разных производителей, домашние пивоварни, коптильни, автоклавы, дубовые бочки, бутыли и не только. Здесь можно выбрать любое оборудование в зависимости от ваших предпочтений. Конечно же, в магазинах «Колба» можно приобрести все комплектующие – приборы, аксессуары и даже эксклюзивные товары. А доступные цены вас приятно удивят. Если вы теряетесь в ассортименте, то профессиональные продавцы-консультанты всегда к вашим услугам. Все наши продавцы-консультанты имеют практический опыт приготовления домашних напитков и кулинарных шедевров. Также они постоянно проходят обучение в Академии «Колбы», поэтому они с удовольствием и профессионально вам ответят на интересующие вопросы и помогут сделать правильный выбор. В Твери магазины под яркой вывеской «Колба» работают на проспекте Победы 25 и улице Конопляниковой 3. Там ждут тех, кому важно качество. Кто желает изготавливать элитный продукт своими собственными руками.